Первое заседание административной комиссии в этом месяце состоялось 13 апреля в здании городской администрации. Несмотря на регулярность заседаний, в этом году их было уже 5, случаи несоблюдения общественного порядка продолжают иметь место. Традиционно в числе противоправных действий – нарушение спокойствия граждан в ночное время, что приводит к известным последствиям. А именно, наложение административного штрафа на граждан до 3000 рублей за данное административное правонарушение, на должностных лиц от 3 до 10 тысяч рублей и на юридических лиц от 5 до 15 тысяч рублей. Из 4 привлеченных к ответственности граждан с повинной пришло 2 человека. По остальным протоколам решение было вынесено заочно. Итого, 2 предупреждения, 1 штраф, еще по одному дело прекращено. Кроме объяснения, виноват, виноват. Закон есть закон, нарушил, нужно отвечать. Отдельно рассматривалось обращение жителя города о нарушении правил благоустройства. Его внимание привлекла стоянка для автомобилей по адресу 116. По мнению горожанина, уборка на отдельном участке парковки не проводится. Представитель управляющей компании обязался исправить ситуацию. Но если есть прецедент, и если уже есть обращение, что там выуживать по этим кускам, метр-два, вывели люди и убрали. Также председатель комиссии напомнил о крупном сетевом магазине в центре города. Ранее торговый объект был повторно оштрафован за несоблюдение норм благоустройства своей территории. В ближайшее время этот магазин закрывается на косметический ремонт сроком около месяца.